Колпинский район получил весомую подпитку для экономического развития. Сегодня после комплексной реконструкции там открылась электроподстанция. Энергетический потенциал объекта 330 киловольт. Запуск символично состоялся в день энергетика. Так что у специалистов отрасли сегодня двойной праздник. Отремонтировали и модернизировали комплекс в кратчайшие сроки. Заново построили здание основного пульта управления. Установили два автотрансформатора общей мощностью 400 мегавольт-ампер. А также два новых силовых трансформатора. Проще сказать, подстанция стала мощнее. И теперь она не только готова обслуживать жилой квартал на 175 тысяч жителей и 30 промышленных объектов, но еще и открывает перспективы для новых энергоемких проектов. Активное жилищное строительство, это, во-первых, мы об этом говорили, промышленные потребители, число которых будет нарастать, я надеюсь, это связано не только с санкциями, а с тем экономическим развитием, которое демонстрирует Россия в последние годы, резервы по мощности, это опять же данность, ну и самое главное, надежность и безопасность электроснабжения. Список претендентов на появившиеся энергомощности пока формируется. Среди первых получателей Ижорский трубный завод и литейный цех номер 3.